В Подмосковье правоохранители остановили подозрительный автомобиль. При его проверке в багажнике обнаружили тело женщины. Силовикам водитель заявил, что никого не убивал, а выкопал тело покойной на кладбище. По его словам, сделал он это по совету, полученному в сети, чтобы заняться с трупом любовью, что он и сделал один раз на кладбище. В итоге 29-летнего некрофила задержали на месте. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Вину задержанный признал. Задержанный 29-летний уроженец Архангельска заявил, что существует целая секта извращенцев, которые занимаются аналогичными деяниями на других кладбищах. В машине, помимо тела женщины, нашли еще и силиконовую куклу. Мужчина пояснил, что иногда специально уезжает из квартиры опять-таки на кладбище, чтобы пообщаться с резиновой женщиной. При этом, по словам задержанного, жизнь в браке его вполне устраивает. Сейчас полицейские пытаются понять, что из рассказа извращенца правда, а что вымысел.